Всем привет, дорогие друзья! У нас сегодня будет распаковка нашего любимого васильки. Я сегодня села здесь, поэтому поближе немножко посяду. Вот такая вот пришла у нас посылочка с вещами для Катюши. Да. У меня Катя нынче чисто для нее, по-моему, заказ должен быть. Она выбирала себе все. Сейчас посмотрим, что ребенок навыбирал. Я не проверяла. Я примерно ей подсказала, какие размеры, да что надо, а дальше потом не проверяла. Все, раскрыла я мешочек. Сейчас мы сюда вот так вот сами его положим и будем понемножку доставать оттуда. Что же здесь у нас пришло? Ну, давайте первое. Костюм. Костюм на растовку 140. Наверное, на ночь она себе заказывала костюм. Мне кажется, почему-то вот что ночной будет костюмчик. Сейчас поглядим с вами. Да, тут будет футболка. Вот такая вот красивая с кактусом. Что-то она какая-то коротенькая. Ну, вот на ростовку 140. Ну, у нас Катя любит все вот так вот, знаете, носить. Поэтому я ничему, ребят, не удивляюсь. Но вот такая вот футболка голубенькая. И к ним идут вот такие вот шортики зелененькие с листочками, с кактусиками. Классные шортики. Вот. Сегодня обязательно на примерку сделать, я вам покажу. Первый костюмчик. Дальше, что здесь? Какая-то тут уже такая красивая картинка. На ростовку 140. Костюм. Еще один костюм. Куда есть столько костюмов? Честно, я не проверяла, что она заказывает. Я просто отправила ее на заказ и все. Так, дальше. Что здесь у нас? Смотрим. Майка. Вот такая вот с такой тетей красивой. Такая девочка. Ну, показывает, да? Тоже ростовка, кстати, 140. Но я говорила уже. И шортики. Вот такие вот просто полосатенькие шорты. Ну, по качеству мне нравятся. Классные. Нам надо, чтобы не перепутать. Сейчас вот так вот положу. Катя еще в школе. Придется школа. А тут для нее уже заказ лежит. Дальше. Ростовка 140. Еще один костюм. Я в шоке. Она одни костюмы сено заказывала. И опять с шортами. О, тут какая-то черная нитка слетела. Вот такая вот футболочка. Ну, тут хоть футболка уже на футболку похожа. Вот скажите, ведь уже большая футболка, уже похожа. Вот такая вот футболка. Классная. Красивая. Дата изготовления сентябрь 2021. Они сейчас даже дату пишут. Вот красивая футболка. И вот такие вот шорты. Классные. Шорты уже, кстати, подлиннее. Вот такие вот шортики. Дальше, дорогие друзья, достаем дальше. Что уже тут дальше есть? Ох ты, что-то черное. Эко-сумка Шоппер из Саржи. Сейчас посмотрим, что у нас есть. У нас Света себе заказывал белую, да, Света? А Катя себе заказала черную. Но она тоже без молнии. Но я смотрела, там, ребят, на Васильке появились такие сумки уже на молнии. Здесь вот что? Удобно маленькие ручки, но также есть и длинные ручки. Если ты, например, хочешь через плечо, взял, одел и пошел, да? Вот такая вот сумка. Надпись сейчас постараюсь показать вам. Вот такая вот надпись. Молнии нету внутри. Катя заказывала тоже без молнии. Ну, вот такая вот сумочка. Пришла ей. Дальше смотрим, что там попалось. О, ну это прям вообще мужские трусы. Это я еще кинула мужу в корзину. У него трусы всегда нехватка. Вот такие вот обычные. Он у нас обычные носит. Он больше никакие другие не носит. Трусы для папы. Дальше. Это она заказывала плавочки. Сейчас я посмотрю. Что я открыть их еще не могу. Видите, нет, открыть не могу. Так. Ну да, тут две пары плавочек, фиолетовые и красные. Сильно показывать не буду, так как это нижнее белье, сами понимаете. Дальше, что здесь? Костюм. Костюм. А какая ростовка? Не знаю.
Дата изготовления сентябрь. Так, ладно, сейчас откроем и все посмотрим с вами. Пакетики я, наверное, на пол буду уже кидать. Ух ты, какой костюм. Это черный костюм. Так, я поняла. Ростовка 140. Катя хотела черный костюм на физкультуру. Он с капюшоном идет. Вот такой вот черный. У нас, по-моему, наподобие у кого-то у девчонок есть только цвет другой. Вот такой вот костюм без надписей. Карманов нету на кофте. И вот к ним идут штаны сверху резиночка. Есть кармашки. И внизу тоже резиночка. Вот такой вот ей будет костюм на физкультуру. Но она сегодня примерит. Сейчас я вам просто показываю. Но она придет со школы. Все обязательно мы примерим. И все обязательно мы вам покажем. Если интересно, то оставайтесь до конца видео. И тогда вы увидите примерку от Катюхи. Дальше. О, это костюм, как у Маши, только расцветка другая. Кате понравился. Помните, Машеньке я заказала розовый костюм, и там набитая надпись. Кате очень понравился. Вот. И Катя себе точно такой же заказала, только расцветку взяла другую. Вот такой вот персиковый. Расцветочка. Надпись тут не наклеена, а вышитая. На ростовку на 11 лет она взяла. 146 сантиметров. Вот такой вот костюм. Кофта и штаны. Низ штанов идет на резиночке. И с карманчиками. Здесь тоже выбита надпись. Вышита. Не выбита, а вышита. Вот такая вот расцветка. Сейчас придет со школы и все померит. Сейчас мы пока с вами сложим аккуратно. А она придет, пускай меряет. Дальше. Это еще, ребят, не все. Дальше. На 11 лет. Пижама детская. Я давно вот на эти пижамы поглядывала. Все хотела заказать своим девчонкам. Да и Ванюшке тоже можно такую. Но не рискнула. А Катя говорит, мама, она мне нравится. Закажи. Я говорю, ну давай попробуем. Вот такая вот наподобие мужского костюма, да, можно так сказать. Такая пижамка на ночь. Пиджачок такой. Рубашечка, да, на 146, ростовочка. Есть один карманчик, она на пуговичках. Вот так вот. И к ним идут вот такие вот штанишки. Внизу с белой полосочкой, полосата. Ну, знаете, такой как бы полосатый немножко. Я не знаю, как показать, но вот так вот поближе видно, что оно полосатое. На штанах. На штанах резинки нету, но вот такие свободные. Короче, Катюша придет и все померит, и мы скажем вам. Приношу извинения за шум, просто тут у нас Ваня неугомонный. Немножко шумит. Ну, сами понимаете, дети есть дети. У меня уже тут, если честно, места нет на столе. Подожди, сына. Дальше, что это у нас? Это водолазка. Размер 4, рост 104. Сейчас посмотрим на кого. Скорее всего, на Ванюшу я заказывала водолазку. Это я уже... А тут даже две вещи какие-то лежат. Так, первое, да, это я Ванюшке заказывала водолазку. У нас водолазки все ему маленькие стали, а я девочкам заказывала. Качество понравилось, поэтому заказала. Вот такой вот расцветки водолазку. И еще одну водолазку, вот такую вот темную. Темно-синий и светло-синий. Очень классные водолазки, очень красивые. На ростовку 104. Обязательно Ванюша сегодня у нас примерит. Ну все, упаковочка пустая. Вот такой вот, ребята, был заказ. Сейчас детки у меня, Катюша придет померит. Сейчас Катюша придет со школы, все примерит. И Ванюша тоже примерит. И остальное вам покажу. Если не померит Ванечка, так сфоткаем все равно. Вот такой вот был заказ. Заходите на Василек. Там очень часто обновляется все. Там очень часто появляются красивые костюмчики. Как на мальчиков, так и на девочек, так и на взрослых. Очень большой выбор. Можно выбрать любого размера. Если интересно, то ссылочки, девочки, в описании. Проходите и заказывайте. И напишите, кто уже заказывал Василька, какую-нибудь одежду, как вам качество. Обязательно напишите в комментариях, буду очень сильно ждать. На Инстаграме, кстати, у них очень часто проходит конкурс, поэтому проходите и участвуйте в конкурсе обязательно. Ладно, примерка. Так, друзья, Катя пришла со школы. И что это, Катя, у тебя пижама?
Пижама это, да, вот так вот. Ну, можно было даже, мне кажется, побольше, да, размер взять. Потому что оно вот прям только-только, и рукава, вот сделай прямо руки. Руки прямо сделай. Вот так вот. А тебе нравится она? Ты такую хотела? Ну, давай, сейчас у нее вот это вот все мерит, сейчас она все это померит, и мы вам покажем. Так, следующий Катюша одела костюм, такой же, как... Прямо ноги сделала, ну, Кать. Такой же, как у Маши, по длине он хорошо, я на ростовку 146 заказывала. Капюшон на голову одень. Да, но другой цвет, это все уже знают. Вот так вот капюшон. А карманы есть, Катюш? Да, два кармана. Поворачивайся спиной. И вот так вот со спины. Ну, в принципе, хорошо. Поворачивайся. Тебе нравится? Так, следующий. Катя померила черный костюм, который она на физкультуру туда его заказывала. В принципе, длина нормальная. Карманы есть? Да, два кармана есть. Поворачивайся спиной. И вот так вот со спины. Ну, в принципе, хорошо. Поворачивайся. Тебе нравится? Так, следующий. Это костюм. Мне вот этот костюм больше понравился тем, что здесь шорты самые длинные. Подними футболочку. Вот такие вот шортики. Там нет карманов, да, нигде? Нету. Футболку поправляй. И футболка здесь тоже очень длинная. Вот с таким рисунком. Там котята такие пальчики ставят. Такие, мол, крутые мы, да? Тебе нравится? Поворачивайся. Со спинки. Ну, со спинки, в принципе, поворачивайся, Катя. Со спинки, в принципе, хорошо. В следующей мере. Так, следующий костюм Катя одела. Ну, этот с коротеньким. Ну, это как пижама, да, ночная, скорее всего, будет. Ручки убери, руки свои немножко в сторону. А то ты как-то это... Вот так вот. Футболка такая. Девушка такая... Мол, крутая, да? Карманов нету. Ну, сзади уж что показывать, все одинаково. Меряем следующий костюм. Следующий костюм с кактусами. Вот такие вот шортики коротенькие и рисунок кактус. Тебе, Катя, сама нравится? Вот, дорогие друзья, примерка на этом у нас закончилась. Если вам понравилось, не забывайте поставить нам что? Лайк. И подписаться на наш канал. Всем говорим пока-пока!